В Белгороде в торжественной обстановке вручали именные сертификаты стипендиатам конкурса «Лучший студент года». Он проводится ежегодно фондом поколения Андрея Скотча. Депутат Государственной Думы лично приехал поздравить молодых и успешных, побывав в Белгороде в рамках региональной парламентской недели. Подробности в следующем сюжете. Это был яркий праздник для яркой молодежи. Талантливые, амбициозные и креативные лучшие студенты Белгородской области принимали поздравления от Андрея Скотча лично. Я надеюсь, что вы станете хорошими управленцами именно вашей собственной жизни и найдете в себе возможности силы, интеллекта и вашей души принимать такие решения, которые в итоге вас периодически, но все-таки очень часто будут делать счастливыми. Я желаю всем вам счастья. В этом году счастливее стали 275 студентов. Ежемесячно в течение года они будут получать по 5000 рублей, а лучшие из лучших – по 6. Это самая многочисленная премия Белгородчины. Ежегодно фонд поколения Андрея Скотча выделяет на ее выплату более 12,5 миллионов рублей. Учредили ее 15 лет назад. Сегодня конкурс «Лучший студент года» проводится среди 45 высших и среднепрофессиональных учебных заведений области. Главное требование конкурсантам – активная жизненная позиция. Я не могу представить себя, сидящую перед телевизором или на диване и ничего не делающую. Я, наверное, даже уже отдыхать спокойно не умею. Для меня отдых – это вот смена видов деятельности, какие-то новые знакомства, новые люди, новые события, которые мы организуем вместе. Я являюсь председателем информационного комитета у себя в институте. Также я являюсь редактором студенческого приложения газеты «Вести НИУ-БЛГУ» «Нота Бена». Я получаю от этого удовольствие, мне это все нравится. И так я чувствую, что я проживаю студенческую жизнь не напрасно. Куда потратить стипендию фонда поколения, уже определились. Соблазнов много, но приоритеты в жизни у этих студентов уже расставлены. Это не только материальная поддержка, это, наверное, скорее моральная поддержка человека. То есть ты знаешь, что да, твои дела оцениваются, что ты нужен именно здесь, в этом месте, в это время. Стипендию я планирую отложить на будущее обучение. Те деньги, которые я получаю в качестве стипендии по премии Скотча, я планирую потратить в будущем на издание своей собственной монографии. Это моя мечта. А это будущий нейроортопедический центр поколения. Первый в регионе специализированный стационар в системе частного здравоохранения. Всего год назад на этом месте был закладной камень. Сегодня здесь уже полностью возведенное пятиэтажное здание площадью более 3000 квадратных метров. В медицинском центре будут оказывать помощь людям с заболеваниями позвоночника и суставов. Амбулаторный прием – примерно 50 тысяч посещений в год и около 1000 высокотехнологичных операций. Благодаря уникальному оборудованию, которым будет оснащен центр, время на хирургическое вмешательство и восстановление здесь сведется к минимуму. Самая современная диагностика – эндовидеохирургия, робото-микрохирургия, интраоперационная навигация и мониторинг, конечно, потребуют и высококлассных специалистов. И такие в действующих медицинских центрах поколения уже есть. У нас уже работают эти специалисты, и, кстати, они у нас работают вот кто-то 4 года, кто-то 3 года, и мы будем приглашать, конечно, специалистов. Но вот 7 лет работы центра в мае будет, мы все-таки настроены еще и растить из своих специалистов. Есть у будущего нейроортопедического центра еще одна стратегическая цель – охрана здоровья здоровых людей. Для профилактики заболеваний позвоночника и суставов специалисты разработают специальные программы. Я очень доволен увиденным, потому что я понимаю, что работа движется динамично, мы укладываемся в сроки. И самое главное, сможем уже, наверное, через полгода принимать первых пациентов, лечить их. В новом центре предусмотрена и бесплатная помощь определенным категориям белгородцев. Это многолетняя и неизменная традиция фонда поколения. Ольга Петренко, Ольга Черная, Дмитрий Боев. Новости мира Белогорья.